Да ладно, это та камера. Бедные пацаны. Unreal. Спасибо, Жора. На канале влог будет. Есть! Посмотрите, что у него на плече, блин. Я думал, что еще будет еще 40 лайков. Мы на камере в конце. Под конец дня в истории. Нереально. Прижали. Друзья, ну что, город, время и место известны. Это город Краснодар. 7 утра завтра, вторник. Парк Чистяковская роща. Новая воркаут-площадка в этом парке. До встречи, друзья. 7 утра. Ребят, всем привет. Меня зовут Жора. И я нахожусь в полнейшем шоке. Буквально вчера Игорь выложил видео о том, как он навестил свою маму. И тут же озвучивает, что, короче, сходка будет в Краснодаре. Я хотел встретиться с Игорем вообще в Москве. Я хотел специально когда-нибудь, просто при возможности, поехать к нему в зал, потренить там, пообщаться. А получилось так, что уже завтра я с ним встречусь в реальной жизни. Это просто супер. У меня даже нет слов, мандраж какой-то. Так вообще, неужели я увижу Игоря? Игорь для меня, короче, стал, как знаете, как брат, реально, как второй брат, наверное, как, не знаю, короче, этот человек мне очень сильно помог. Я стал читать мотивационные книги, тренироваться стал больше, больше вообще вот уделять себе времени. И вот сейчас 9 часов вечера, полдесятого. Короче, я нахожусь в Краснодаре, на другом конце города. Сходка будет в 7 утра на другом конце города. Как-то буду добираться. Вообще, были отмазки у меня сначала, типа, блин, Игорь, а, круто. Ну, блин, 7 утра, блин, в маршрутке ехать. Да еще на другой конец. Я думаю, не поеду, в Москву поеду. Вот тогда. А потом я такой, Жора, Игорь. К тебе приехал, блин, в Краснодар, давай, едь. Это тот человек, который тебе очень сильно помог, который тебя смотивировал. Поэтому сейчас ложусь спать, чтобы завтра быть выспанным, несонным. И чтобы потренить, короче, с Игорем, пообщаться, возьму камеру. Будет влог, естественно, вы его уже смотрите, этот влог. В общем, наверное, уже очень долго говорю. Реально много эмоций. Просто Игорь, он как бы... Не знаю, как сказать. Он у меня, короче, в сердце. Человек, который мне помогает. Встретимся с Игорем. Будет все круто. Давай, ждем утра. This day is here. Время у нас 5:03. Готовим яичницу. Быстро. Быстро. Ну чё, время 5:19, веду репортаж с того же места, что и вчера. Сегодня вообще не мог уснуть ночью. В 2 часа я, короче, пошел бриться, приводить себя в порядок. Вообще, на эйфории. Через 20 минут выходить, это будет бомба. Короче, чё хочу сказать. Я даю, вышел на 2 остановки раньше. И сейчас уже ровно 7 утра. Блин, я надеюсь, что я не сильно опоздаю. Вот уже в парке здесь. Буду сейчас искать эту площадку. К Игорю я иду не один. Иду с подарочком. А книга там. Подарю ему книгу. Самый лучший подарок. Поэтому погнали. Ого, тут вообще люди близко. Еще мы говорим. Я думал, ты не придет. Да там приду. Короче, народу очень много. Хочу взять у Игоря интервью. Посмотрим, получится ли это вообще или нет. Реально, нереально. Человек, наверное, уже 200. Это жесть вообще. И люди же еще подходят. Плюс Игоря нету, чуть-чуть
чуть опаздывает, а может быть это специально, чтобы больше людей накопилось. Да. В общем, что-то все туда пошли. Че, Игорь пришел? А ну-ка. А ну-ка. Да ладно, это та камера. Йоу. Друзья, кто приехал реально? 3-4 часа, 5 часов ехал. Сочи! Сочи мы не будем, но скоро ворвемся. Окей, друзья, спасибо всем, кто приехал. Это номер один. Номер два. Мы обязательно сюда еще вернемся этим летом. Уже со всеми атлетами. Уже будет более спланированная сходка. Будут челленджи, будет чем заняться. Я думал, ты повыше, Игорь, если честно. Просто мне на подпуле, окей, это номер два. Номер три. Номер три, друзья, сегодня нам придется зажечь. Какой план был на сегодняшнюю сходку? Это номер один, сделать Q&A, возможно, у вас есть вопросы, которые вы не могли задать там. И можно задавать здесь, я на них отвечу с удовольствием. Это номер один. И номер два, это... Я думал, мы сделаем фотки, пообщаемся один на один. Да, и третье, друзья, уничтожим мышцы, но нам даже не хватит турников, но мы сейчас что-то придумаем. Отжимаемся. Мама на кайпе, мама ждет сходки с Краснодара. Я думаю, ей понравится. Окей, друзья, и следующее, это опять же. А следующее мне в 9 часов надо валить. Поэтому надо начинать прямо сейчас. Окей, погнали. Йоу. Я думал, ты что, будет человек 30, но 40 лайк. Мы нахайпили в конце, под конец дня в истории. Нереально, друзья. Прижали. Нереально. Спасибо всем, кто ворвался. Окей. Смотрите, первым делом надо разогреться. Да, все хорошо. Я думал, что все повесили на турники, кто дольше провисит, тот получает кепку эту. Но! Не хватит. Похоже, турников, турников не хватит. Да. Мы можем сделать следующий бух. На деревьях повисеть. Еще раз. Ну, базовые упражнения, веса какие, жмешь там, приседаешь. Базовые, да, ну, жим 120 на 6. Станово. Станово не так хорошо, 140 на 7, на 8. А 50? 50 вообще не так хорош, поэтому я называю последний назад. Самая первая девчонка, которая сегодня пришла утром. Да, кстати, поаплодируем. Да, поаплодируем. С Анапы? Это сколько километров? Это далеко. 150. Блин, ты топила всю ночь? Нет, я приехала ночью и без ночи. Это было смарт. Вот что будет? Отжимаемся? Братан, здесь это не найти место. Вытянуть ноги и так упор лёжа, это не найти место. Короче, все принимают упор лёжа, чтобы отжиматься. Unreal. Бедные пацаны. Друзья, вот эти парни, которые стоят вокруг меня. Затащили три целя. Огромный респект им. Кто готов тащить, друзья? Готовимся. Так, тут у нас Ксю. Всем привет. И хочу задать тебе один вопрос. Что ты думаешь, что бы ты взяла и посоветовала тем парням и девчонкам, кого не поддерживают родители и кто, ну, для начинания твоим любым относится плохо? То есть, что посоветовать таким? Что значит плохо? То есть, они видят для тебя какой-то другой путь, да? Ну, видимо, не тот, который выбираешь ты. Да. Ну, в первую очередь, я, конечно, бы посоветовала, что очень важно уважать своих родителей. Это номер один. Потому что уважение, оно формирует в нас особую личность. И особенно нужно уважать родителей. И второе, мне кажется, нужно в этом уважении, но оставаться верным и своим принципам. И найти какой-то подход, какую-то возможность своим родителям. Давайте
что тебя это действительно делает счастливым, что это действительно то, что тебе поможет стать полноценной личностью. Потому что в чем родители могут не поддерживать? Они могут переживать, что ты играешь, ты ничего не делаешь, ты то, ты то. Но когда ты чем-то увлечен, и ты показываешь своим родителям, что ты действительно, да, станешь в этом успешным, и это тебе поможет, то я верю, что все получится. Главное выстраивать отношения, разговаривать, и родителей нужно уважать. Вот такое мое мнение. Поэтому успехов, ребят, и до встречи. Все, это был Аксюм, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что приехали. Спасибо. Круто. Вот, давай бахнем, давай бахнем. Давай сделаем. Ступать, давай сделаем ступать. Ступать в заключение. Есть, два, один. 4 года. Да, да, да. Мужик работает. Игорь. Я, короче, с подарком. С подарком каким? Да, вот, все. Желтая. Не дают. Сатаны, это мне 100 книга. И не удостал. Меньше. Как тебе пакет? Бомба, мужик, пакет. Не ту креатор тудей, братан. Ты где это был? Бомба. Йоу. Братан, спасибо большое. Спасибо большое, мужик. Спасибо огромное. Отдал, yeah. Спасибо. Игорь, а влог ждать сегодня или завтра? Жора. Спасибо, Жора. На канале влог будет. Влог будет. Есть. Жора. Конечно, будет, мужики. Все сейчас снимаем. Поэтому, ну, чтобы был влог, мужики, надо зачить. Давайте. Да, встанем вот так, туда. Да, Димон! Димон! С днем рождения, Стася. Братаны, там пошло нарушение правил, мужики. Так, мэн, тебе там есть место? Обосри примерно. Ты сможешь захватить? Немножко еще. Немножко шире, немножко, немножко шире. Мужик, я знаю, как следующий. Братан, иди сюда. Бомби фотку. Работаем. Игорь, масштабироваться планируешь? По залам. 100%, мужик. Я понял, что надо. Вот это спиняра, конечно. Можно? Да. В общем, здесь есть парень такой. Познакомились. И посмотрите, что у него на плече, блин. Татуха. Расскажи, как ты вот решился, как в голову пришла идея? Давай. Ну, это было около года, наверное, уже назад. Где-то так прошло уже, да. Я как? Ну, с Игорем так же знаком, как и ты, по его видосам там, и так далее. Тоже. Ну, знаком уже более года, полтора, чего-то такого. И я понимаю то, что это единственный правильный образ жизни, который пропагандирует он, это вот его. Да. И сложно какой-то другой найти лучший или там... какой-то другой сделать плюс, найти больше в другом смысле жизни и так далее. Поэтому я решил для себя, что этот образ жизни единственный, который меня устраивает. И как напоминание, и как знак и обещание себе набил татуировку. Четко, вообще четко. Чтобы она постоянно напоминала мне, какой образ жизни ты выбрал, и что не надо сворачивать. Круто. Никогда. Круто, круто. Поэтому, братан, вот так вот. Ссылка на канал, короче, будет в описании. Залетайте, смотрите, что там, как. Так я, братан, и твою ссылку дам. Йоу. В общем, что хочу сказать, ребят. Человек просто... очень много людей пришло к Игорю. Человек, наверное, 350. Может быть, даже больше. Пообщался с Игорем чуть больше, чем остальные. То есть я ему и вручил подарок. И он такой, как тебя зовут? Я такой, Жора. Он такой, Жора, красава там. В общем, зарядил мотивацией. Мурашки по коже, очень классно. Вот знаете, есть такие штуки, что... вот материальные блага, да, там дом, деньги, машина. Это делает людей счастливыми? Да. Кто с этим не согласится? Но ощущения вот эти, знаете, духовные какие-то, да, когда твой человек, да, на которого ты равняешься, вот он рядом с тобой, вот он стоит. Это не просто, не... как сказать? Просто офигительные эмоции, потому что ты вроде его смотришь, человека этого, а тут он в жизни. Еще он с тобой общается, спрашивает, как тебя зовут, принимает от тебя подарок. Еще ты подходишь к Ксю, к Ксюше, к его жене, берешь интервьюху, ну, хоть один вопрос, но все же. А на тебя рассказывает, стоит рядом, просто это, ну, супер. Road to the Dream. Хотел у Игоря, конечно, еще взять интервьюшку, 3 вопросика. Но я ценю время других. Просто вот, смотрите, очередь на фото. Где она там? Вот. Вон там Игорь где-то стоит, и люди все хотят с ним сфотографироваться.
Время других нужно, естественно, ценить, я это понимаю, поэтому залетаю в Москву, беру у Игоря интервью там. Как можно быстрее постараюсь это сделать. Камера у меня села. Короче, если не получится в этом году с Игорем встретиться в Москве, то в следующем. Если не в следующем, то в следующем, в следующем. Если нет, то опять. В общем, в Москву залетаю. С Игорем обязательно общаюсь. И, ну, может быть, чем-то могу помочь Игорю. То есть, посмотрим. В зал поеду к нему, и будет, естественно, влог. Круто. Нет эмоций. Точнее, очень много эмоций. Нет слов. Спасибо огромное. Отдал, yes. Спасибо. Посмотрите, что у него на плече, блин. Татуха. Возможно, вы как-то вдохновились этой атмосферой и начали работать. Приняли челлендж RD71, который мы сейчас заканчиваем. Я заканчиваю и начинаю с первого дня, 1 июня. Приняли челлендж, друзья, и начали работать вместе со мной. И чтобы мы встретились опять через 2 месяца, через 3 месяца. Каждый раз, когда мы будем встречаться, чтобы каждый раз вы становились лучше и рассказывали. Мужик, я весил 80, сейчас вешу 85. Либо я весил 110, сейчас я скинул столько. Либо я работал там-то в Маке, сейчас я работаю, у меня свой бизнес. Вот эти истории, это ценится больше всего. Это то, что, друзья, реально имеет смысл. Поэтому надеюсь, все, друзья, максимально вдохновлены. Спасибо всем, кто пришел. Все, у Игоря только что была такая, как бы, концовка, речь. Вон, все пошли за Игорем, прям толпа. Вон, Игорь с Ксюшей идут в начале, и остальные за ними. А я ж думаю, что мне хватило на самом деле. Это был такой пробничек. В следующий раз в Москве. Там уже будет нормальная тема. Вот. Очень мне все понравилось. Игорь в жизни такой же, как и на видео. Даже, может быть, чуть веселее, чуть добрее и круче. В общем, классный мужик. Ксюша крутая. Пацаны крутые, которые были. Все очень понравилось. Даже вон сел заряд на камере. И флешка перегрузилась. В общем, все круто. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в новых видео. Всем пока!